Участие в обсуждении принял губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев вошел в обновленный состав Президиума Госсовета. Встреча прошла в виде неформального диалога президента и глав регионов. Вениамин Кондратьев также посетил университет «Иннополис». Он специализируется на образовании в сфере информационных технологий, которые активно внедряются, в том числе и в современную городскую среду. Эта тема волнует каждого жителя страны, отметил Владимир Путин. Глава государства заявил о том, что необходимо вывести на качественно новый уровень строительства жилья, а также сделать города и поселки более комфортными. За 6 лет будут обновлены свыше 30 тысяч общественных пространств, парков, скверов, набережных, прогулочных зон. Тоже очень важная сфера деятельности. Особенно хочу обратиться сейчас к руководителям регионов, к коллегам из регионов. Сейчас представители Общенародного Российского фронта обратили внимание на очень простую вещь. На окраины. Даже в успешных крупных мегаполисах порой забывают о людях, которые живут на окраинах городов. Давайте мы вернемся к этой проблеме. Так называемые спальные районы, они должны быть не только обеспечены социальной инфраструктурой, детскими садами, больницами, там, поликлиниками и так далее, но и общественные пространства должны быть человеческие, современные, отвечающие требованиям сегодняшнего дня. Краснодарский край 3-й год подряд принимает участие в реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. За это время в регионе благоустроено больше 300 объектов. В текущем году финансирование программы составит около 2 миллиардов рублей. Проект по формированию комфортной городской среды рассчитан до 2024 года. При поддержке федерального бюджета на Кубани планируют привести в порядок свыше 1000 общественных территорий.